Освобождение Рима началось. Спасибо, сеньор. Это был храбрый поступок. Научите меня, как бороться с этими тиранами. Мадонна. Остановись. Я уже достаточно натерпелась. Я не трону тебя. Что здесь произошло? Август. Мой муж. Он считает себя хозяином этого квартала. Квартал подарили ему Борджиа. Когда-то он рисовал вывески для лавок. А сейчас служит Борджиа и устраняет всех, кто встает у него на пути. Вроде тебя. Где он? Он целый день сидит в мастерской. Но я знаю, как выманить его оттуда. Как? Сорви вывески, которые он развесил. Гордость не позволит ему смириться с этим. Грация. Думаешь, я тут для себя? На колени, рогатца! Стоять! А, это очень рискованно. Так, ты видел, куда он ушел? Я вижу его! Все за ним! Yeah!
У меня большой выбор оружия для верных христиан. Окружайте захватчиков с... Похоже, деньги не фальшивые. И что с ним стало, а? Найдите и убейте его! Пораньше был ходить! Браво! Беги! Беги! Это безумие! Отлично! Мы с вами сможем! Господи, молю! Requiescat in pace. У меня есть и другие товары, даже те, о которых вы не подозреваете. Ты решил нас впечатлить? Я не хочу умирать! Защити. Помогите! Освобождение Рима началось. Спасибо, сеньор. Это был храбрый поступок. Научите меня, как бороться с этими тиранами.
Сеньор, убейте его! Черт, он уходит! Вот он, бей его! Ты будешь сильно... Долго и мучительно. О-о-о-о. Мое терпение на исходе. Освобождение Рима началось. Если я еще жива, то только благодаря вам. Если пожелаете, я буду сражаться на вашей стороне. Значит, у тебя есть план? Если твои люди проникнут в лагерь, они ведь одолеют стражу, верно? Да, но... Особенно, если они застанут их врасплох. На черту! Нам нужно добыть несколько французских доспехов. На заре мы идем в их лагерь. Ха! Эцо аудиторе! Ты мне решительно нравишься! Манифиго! Я добуду доспехи. Мои солдаты соберут их с трупов. Мы пойдем с севера, чтобы не вызвать подозрений. И еще Эцо, убей их незаметно. Доспехи должны быть чистыми. Заходите все, кому нужна помощь.
тебя один вопрос. Мне кажется, что я его знаю. Я херен. Я истекаю кровью. Я слабею. Гражданин, стой! Я сказал, стой! Я где-то видел это. Ты не уйдешь. Все позже, Тезора. Баба? Да ёп. Это без меня. Thank you.
долго они не протянут. Здесь окна должны быть, если строительный центр стоит. Неплохая работа. Скорее бы закончилась эта работа. Ты меня не переживай. Покажем ему гостеприимство Борджа. Форца Борджа! Раздавим этого слизняка! Форца Борджа! Раздавим этого слизняка! Вперед! Левые собаки, нам нужно покончить ассасина! Форца Борджа! Раздавим этого слизняка! Покажем ему гостеприимство больше. Вперед, ленивые собаки, нам нужно... Хоп!
Борса покажем ему гостеприимство Борса! Борса, Борса! Раздавим этого кореша! Нам нужно покончить ассасина! Нам нужно покончить ассасина! Покажем ему гостеприимство Борджа! Покажем ему гостеприимство Борджа! Меня уже тошнит от этих кретинов, Борс! Вы понимаете, я это большое неудобство рядом с священником, вызывая у них непроизвольное набухание определенных частей тела. Собирайся, да, мужчина, не боишься наступить в дерьмо. А ну, слезай оттуда, безумец! Что он делает? Маке дьяволу! Нужно остановить его!
Скоро! Черные дни настали. Негодяй! Хочешь привлечь внимание? Подходите, друзья! Здесь клиент всегда прав! Освобождение Рима началось. Вы благородный человек. Я буду драться с вашими врагами. Интересно, это получается 6%, а? Если потребуется... Отдохни немного, и тогда будешь совсем здоров. В жизни не видел такого странного человека.
Принесите мне этот уродский доспех. Тебе доспех не нужен. Что? Это часть плана. Ты сдался нам. Мы ведем тебя к барону. Да. А потом? Твои люди нападут по моему сигналу. Бен, иди переоденься. Скоро рассвет. Стройся! Идти по маршруту патруля. Если свернем, то люди герцога заподозрят неладное. Барон думает, что Чезаре позволит французам править Италией. Этот ублюдок так ослеплен гордыней, что не замечает очевидного. Что бы там ни думали французы, но Чезаре сам собирается стать королем. Впереди солдаты! Я с вами! Мы должны идти по маршруту патруля. Если свернем, то люди герцога заподозрят неладное. Барон думает, что Чезаре позволит французам править Италией. Этот ублюдок так ослеплен гордыней, что не замечает очевидного. Что бы там ни думали французы, но Чезаре сам собирается стать королем. Впереди солдаты! Должны идти по маршруту патруля. Если
свернем, то люди герцога заподозрят неладное. Барон думает, что Чезаре позволит французам править Италией. Этот ублюдок так ослеплен, как ты. Подходите, друзья, не замечает очевидного. Чтобы там не думали французы. Мы с вами сначала и до самого конца. Я в вашем распоряжении, почтенный лейтенант. Впереди солдаты. Твой план хорош, но мне не нравятся подобные уловки. Я за честный бой. Я наряжу вас, пусть победит сильнейший. Чезаре и барон придерживаются другого мнения. Придет день, когда люди не будут обманывать друг друга. Тогда мы и увидим, на что способно человечество. Я где-то слышал это. Эти слова написал твой отец. Я разберусь с ними. Быстро! Мы должны пробудить народ и направить его к лесу. Прекрасный портрет папы Григория. Настоящая древность. Посмотрите на трещины в раме. Выцветшие краски. Мы солдат, кондуссен для капитан итальян, а сон эссаланс для барон. Льго сохандр. И из какой части Франции? Монреаль. Открыть ворота! Говоришь по-французски? Во Флоренции я знал пару француженок. Thank you.
гигантский пес! Генерал Альянор, вижу, вы услышали голос разума. Довольно болтовни. Отпусти мою жену. Какие дерзкие речи для какого-то нищего бродяги. Мое богатство, мое честное имя, а твоя честь — фальшивка. Да как ты смеешь? Думаешь, что армия делает тебя благородным? Благородство — это сражаться плечом к плечу со своими солдатами, а не похищать женщин. Наберись храбрости и отпусти мою жену. Эти варвары ничему не учатся. Еще один чужой. Тебя не уйди! Ты должен спасти мою жену! Иди на крышу! Кто-нибудь видел убийцу? Сдохни! Остановись!
теперь я умру не в одиночку. Я просто хотел уважения. Уважение нужно заслужить, и нельзя купить или унаследовать. Возможно, ты прав. Мне нужно больше времени. Пусть смерть уравняет тебя. Request in pace. Пантеселея! Больше никогда не исчезай. Без тебя я пропаду. Правда? Но ты же спас меня. Это Эцио придумал гениальный план. Неправда. Все это придумал твой муж. Правда? Ты мой принц. Теперь придется заслужить этот титул. Заслужишь. Спасибо.